Всем привет, ребятушки, доброго вечера, приветствую на канале Лагун Плей, продолжаем прохождение игры Горизонт, хотел сказать Запретный Запад, но нет, это, ребятки, игра называется Одни из нас, часть 1. С вами мы неплохо побегали в прошлой серии, постреляли. О, смотрите, что, вот видите, как чуть не проскочил мимо. Прикола, тоже кинуть хочу. Класс. Когда-нибудь дети смогут снова быть детьми. Пойдем. Да. Промахнулся я очень сильно. Очень много я сейчас тут починил оружие. Сделал помощнее его. Идем мы к вышке. Вот. Ну и в принципе в пригороде мы, получается, это называется. Ага, вот тут мы и не пройдем. Значит, через дома надо выйти на ту сторону. Как раз таки не зря тут эти все дырки есть. Вот тут вот раз между домиков. И мы там, где надо. Или нет? А, нет, да, все правильно. Видите, тут эти вот. Тут мы их все обшмонали. Барбекюшница, круто. Да, тут я был. Ничего нету в барбекюшнице, ничего нету. Так, где вышка-то? Вон она. Ах, елки-палки. Сейчас тут что-то будет веселое, по-моему. Я ж сказал, снайпер. Чертов снайпер. Видели? Откуда ты с улицы? Ладно. Сидите тут. Нет. Никаких «но». Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Аккуратней. Причем я уверен, что чувак-то этот неплохой. Что ему материться? Хорош, мужик, хорошо стреляешь. Патроны побереги. Вон он, наверху, вон там. Сейчас. Здесь, кстати, будут очень много этих зомбиков. Я вот помню, потом стрельба будет по ним. А нет, это плохие ребята. Однозначно плохие. Парнику, конечно, того мужика не повезло. То, что я тут рядом оказался. Так. А я, интересно, потом просто дома смогу обыскивать или нет? Да, он оттуда стреляет. Не, я не вижу. Неплохое место, но надо еще лучше как-то занять. То есть это, короче, бандиты стреляют, все понятно. Заебок ты меня стрельнул.
вперед! Ну, не так, чтоб на прицеле, но... Ребятки меня обижали, да? Отлично. Фух. С патронами пришлось порасставаться. Да, ничего страшного. О! Сразу еще одно сделал. Да, максимальное здоровье надо сделать. Все соточку надо накопить. Ну и что, патрончики дашь мне? Отлично. Размозжил я им голову, ребятам. Так, мне бы эти дома потом бы обыскать, а? Хотелось бы, конечно. Но вот получится ли? Я вас вижу. Думаешь, ты нас видишь? А я вот думаю, ни хера ты не видишь. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А куда она стреляет, молоко? О, а куда я туда-то стрелял? Почему не убил-то его сразу? Хорошо. А этот я фаер кинул, потому что тут фаер есть. У мужика. Да, с патронами придется порасставаться тут. Ой, бля! Очень. Половину нахер. Половину, сволочь, снял. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно мне сделал, гад. Какой я снайпер, а? Прям радуют меня последние выстрелы. О! Прятки решили поиграть. А кому нахера нам прятки-то эти играть?
Ага, видишь ты нас. Хреновски ты меня видишь. Ну чё, друзья, идите сюда. Все на позиции. А, блядь. Эх, не докидываться, да? Все равно я вас вижу. О! Как это он теперь меня видит, интересно? Теперь ты видишь только жопу свою. И угольки твоих друзей. Так хорошо я проходил, в головы стрелял. И вот жопа же получилась. Пришлось так проходить. Так, ладно, пока обшарим домик, пока он там. Думают, что меня тут нету. Где он? Этих своих я вижу, а его что-то я не вижу. Ух ты, он смылся. Падла. Он где-то тут. Я же говорил, он тут. Сталкер этот, блин. На нахер. На нахер. На его на. Все. А вот сейчас игра в снайпера будет. Куда ты бежишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Готов. Кто там? Еще есть? Черт! Не вижу.
Есть. Эх ты, падла. Куда ты бежишь? Да ты куда? Блин! Другого края пошли, типа, да? О! Отлично. Хорошо. Куда вот они стреляют? Я даже не вижу его. Вот сволочь обошел их, а? Есть. О, бронетранспортер приехал. Нет, 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 нет. Бегите, написано, смотрите, ран. Ну же, Генри. Один готов. Где там что-то по ним-то стреляет, я не вижу. Ну чё ты там? Гори сам нахер. Сейчас еще зомби побегут. Я в порядке. Спасибо, Джоэл. Глянь сюда. Все, разобрались. Хрен им. Пора валить. Вот так. А не мы. Все, вот мальчика и покусали. Я в порядке. Точно? Нормально все. Пошли, пошли. Вот и жопа началась. Я стреляю все куда не надо. Молоко. Молоко все. Куда ты? Господи. Так дома и не обыскали мы. Ты живой? Пока да. Все целы. Ладно, пора уходить. Мальчик молчит. Идем. Пошли. Ладно, сколько смог попал. Все равно было мне не попасть. Догонишь ты.
Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, Элли, это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? О, укусили. Не, все нормально. Хорошо. Ну... Спокойной ночи. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... Например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которые перестали их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу, а еще... Они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Ну, я сама не знаю. Вряд ли. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да. И у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает... То и не отнимет. Ладно, я спать. До завтра. Не сказала, что его укусили. Угу. И главное, укуса не видно. Все спрятаны то под штанами, то под рубашкой там. Пахнет вкусно. Доброе утро. Ну вот, наш поход с ребятами и закончился. Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Но там уже нет Сэма. Сэм? Сэм!
Что такое? Заразился. Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Ага. Господи! Фу. Сэм? Ну нет. Сэм! Генри! Элли, замри. Генри! Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи! Вот так вот. Печаль. Вот сюда многие хотели бы, чтобы добавили приключений в эту часть, когда ремейк делали, что там было с ними дальше еще. Но создатели решили не усложнять себе жизнь, а просто округ Джексон. Графически обновить и значит, все. Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. У меня, кстати, рубаха, по-моему, стала другая. Нервничаешь? Сам не знаю. Да, одежда у нас другая маленько стала. Потеплее стали, оделись маленько. Рубашку просто одели и курточку. Кстати, DualShock так вибрирует от дождя. Офигеешь, как, ребят. Все, всем спасибо за сегодняшний просмотр, за ваш лайк, за ваш комментарий, ребятки. Прекрасная игра, прекрасный ремейк. Мне кажется, зря многие говорят, что ее сделали. Прям восхитительный графон. Я очень рад, что даже и ремастер не проходил в свое время на плойке 4. А прохожу именно вот эту пятерочку. Как ждал, знаете, ребята, как ждал эти 9 лет. Всем спасибо. И Нилу Дракману в том числе. Увидимся, мои дорогие. Покеда. До свидания.